Завтра в областной филармонии состоится благотворительный гала-концерт «Новые имена». Подробности рассказали сегодня организаторы проекта. Областной открытый конкурс «Новые имена» – возможность заявить о себе для молодых и талантливых вокалистов. Музыкальные соревнования длились почти 2 месяца. Выступление участников оценивало строгое жюри во главе с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Первый этап – это был заочный. И он проходил по результатам видеоотсмотров их работ детей, которые участвовали, участников этого конкурса. Второй этап уже проходил в самом Новгороде. Дети приезжали сюда и очно соревновались друг с другом. В итоге из 75 участников до финала дошли лишь 18. Сегодня целый день ребята репетировали. Завтра состоится гала-концерт. Организаторы приглашают всех новгородцев познакомиться с творчеством молодых музыкантов. Тем более, что это мероприятие еще и благотворительное. Вырученные средства направят на творческое развитие незрячих детей. Гала-концерт будет проходить в Большом зале филармонии. Начало в 19 часов.